давай, давай, спускайся, зайчик. Ух ты, такой какой-то курган сверху, слышишь? Красиво. Ага. Сейчас, сейчас, зай, сейчас. Склеп. Чего? Ефри? Ефри Сиви и его дружина Арета. Арета. Угу. Все, уже. Красиво, класс. Холодно? Подводь. Вау. О, боже, пес. Тоже склеп. Ух, ничего себе, глянь. А он тут всем туристам все показывает. Ух ты, ты шо, глянь. Блин, тут так холодно. Блин, камера вообще отказывается писать. Может, тебя подсвечивать? Да не, нормально. Вот это типа тут эти стояли, да? Да. Гробницы. Смотри, такой камень, да, выложен. Жалко, не стоит за тобой. Вот это угол, да? Ладно, я сейчас просто достану этот фотоаппарат и начну все фотографировать, потому что камера что-то сдает. Вот мы шли, вот такой колодец нашли. О, главное телефон не уронить. Не глубокий тут, не знаю, метра 3-4. Но интересно, интересно, красиво. Видно вам, да? А вот так лучше видно. Вот такой колодец. Красиво. Вон какая-то табличка, сейчас пойдем прочитаем. Все, идем. Ух ты, это что-то нашли? О! Да, заяц, смотри какой-то. Это обруч, короче, какой-то. Ну, фокусируйся. Нашли. Сюда положим. Вот так. Красивую, да. Ну все, погнали. Блин. О, ласточки загнездились. Да, и вон прямо вход. Так, это уже современная штукатурка. Плиты современные лежат. Вон. Сделали такой вход. Так, о, блин, как тут холодно. У меня аж просто... Уже я еще туда не зашел, мне уже тело мерзнет, кости мерзнут. Так. Ух ты, тут внизу камни лежат. Тут, короче, плита такая, да, Зая? И все. Это маленькое такое. Интересно, а там что? А было? Там что-то было, да, мне кажется. Видишь, его просто... Досками заставили, замазали. Блин, ну холодно, правда, Зай? А тут что было? Какие-то такие штучки. Это тоже типа гробница, да, получается? Склеп, да. Склеп. Угу. На одного человека. Ну, не знаю. В принципе, если вот это рассчитывать, как вот место, то сюда, наверное, могла бы за это плита делом. Сюда мазы, сюда. А может, они тут были просто. Угу. На плите. Угу. Да не, мне кажется, просто тут посередине стояла еще один? Каменная, да, каменная такая гробница, где внизу лежал. Много ли возле, да?